Поговорим о самом популярном фанфике в русской литературе, в истории детской русской литературы. Это «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. Потому что в основе этой книжки лежит повесть Фрэнка Баумана «Волшебник страны Оз». И, по сути, Александр Волков сделал на нее вольный перевод. Он настолько вольный, что, с одной стороны, мы имеем с вами две одинаковые книги от разных авторов, а с другой стороны, «Волшебник изумрудного города» — это уже самостоятельное произведение. И если вам интересна история «Волшебника изумрудного города», то об этом можно почитать. В этой книжке можно найти не только биографию Александра Волкова, но и самого Фрэнка Баумана. Да и вообще стоит сказать, что биография и Волкова, и Баумана, она очень усеченная, мало изученная, и это отличная возможность узнать не только об этих авторах, но и вообще в целом, как развивалась детская литература как в мире, так и в СССР.